Бюджет Твери увеличился более чем на 1 миллиард рублей. Тверская городская дума приняла изменения в главный финансовый документ областной столицы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. В какие сферы направят дополнительные средства, расскажем в сюжете далее. Корректировка связана с увеличением собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета города и поступлением трансфертов из вышестоящих бюджетов. Доходная часть 2024 года вырастает на 1 миллиард 205 миллионов рублей, 2025 на 1 миллиард 7 миллионов рублей, а 2026 года на 1 миллиард 97 миллионов рублей. В расходной части бюджета изменения с учетом трехлетних планов вносятся в целый ряд муниципальных программ. На оплату работников муниципальных учреждений образования суммы 104,9 миллиона рублей. На разработку сметной документации на капитальный ремонт пристройки в школе номер 14 суммы 835,5 тысячи рублей. На погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по содержанию внешнедорожной сети суммы 104 миллиона рублей. На оснащение МВУ Зеленстрой спецтехникой планируется приобрести ОМОС объем составит 13,7 миллионов рублей. Всего финансирование увеличится в 7 программах: образование, культура, социальная поддержка населения, коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство и общественный транспорт, современная городская среда. Мы сегодня рассмотрели изменения бюджета на текущий год и плановый период. Но в основном они, конечно, сейчас коснутся у нас текущего года. Это связано с тем, что поступили дополнительные налоговые доходы в бюджет города Твери. Также поступили деньги, которые мы привлекаем из федерального бюджета и регионального бюджета. Сумма достаточно серьезные, около 1 миллиард рублей. Много программ, в которых, может быть, и небольшие деньги мы распределили, но они будут существенно в этих программах востребованы. Кроме того, дополнительные средства направлены на увеличение размера резервного бюджетного фонда, на предотвращение чрезвычайных ситуаций и на выполнение государственных полномочий. Документ принят депутатами сразу в двух чтениях. И еще о положительных изменениях в финансовой сфере.